Вот что ты тут видишь? Киндер. Нет, это яйцо, которое мы с тобой обязаны защищать. То есть, как бы, смотри, а... Я тебе говорю защищать, а ты его... Я тебе говорю защищать, и нам его сразу ломают. Не, ну ты нормальный вообще. Спасибо вам за лайки, ну и не забывайте, что как только набирается 700 лайков, выходит новый ролик. А пока рекламка. Хочу порекомендовать вам канал Виталий. На его канале вы найдете много разных мини-игр. Также у него есть даже один спидбаннер. И на самом деле этот канал реально клевый. Оформление у него очень даже годное. Шапка офигенная, превьюшки классные. В общем, будущее, думаю, парни есть, поэтому можете его тоже поддержать своей подпиской и своими лайками. Ну и ссылочка на канал Виталий будет в описании, конечно же. Всем привет, ребят, с вами Атумка, и со мной сегодня Непикс. Привет. Сегодня мы сыграем в Эгварс на сервере Кубкрафт, на котором я уже давненько хотел поиграть, но почему-то никак не доходили до него руки. Эгварс-то считайте то же самое, что Бэдварс, для тех, кто в принципе не знает. Ну и вкатки, в принципе, я все равно объясню вам. И так как эта серия получилась прикольно, если она вам все-таки понравится, обязательно поставьте лайк и напишите об этом в комментариях. Потому что если наберется очень много крутых комментариев, а также очень много лайков, то мы обязательно как-нибудь еще заснимем для вас Эгварс. Ну что ж, мне остается только пожелать вам приятного просмотра. Ссылочка на канал Непикса будет в описании. Обязательно подписывайтесь и погнали же к ролику. Воу, мы появились в нашей карте, я сразу же заспавнился над нашим яйцом, которое мы с тобой будем защищать, потому что это как Бэдварс, только Эгварс, следовательно, тут надо защищать не кровать, а вот это вот драгоценное, я хотел сказать куриное яйцо, не знаю, почему я хотел так сказать, драконье яйцо, вот, у нас тут также есть генераторы. Я починил. О, починил генератор, красава, тут же иногда есть, на некоторых картах, короче, тут иногда бывают сломанные генераторы, которые нужно чинить, для того, чтобы они начали работать. Тут у нас уже есть один рабочий железный генератор, который спавнит железо, один рабочий генератор золота и один, который ты сейчас починил, железо. О, смотри, тут какие-то ступеньки вверх. Тут может быть что-то наверху, посмотри-ка. О, тут генератор алмаза. А, так он сломанный. В общем, если нам заплатить 5 алмазов, то заработает этот генератор, и у нас будут алмазы спавниться прямо на нашей базе. Я думаю, это будет четко, на самом деле. А то пока что, знаешь, что нам нужно? Пока что нам нужно застроить кроватку хотя бы вот так, чтобы ее никто не сломал при первой же тычке. Потому что, в отличие от кровати на Бэдварсе, ломаются от одной тычки. Поэтому очень опасно, на самом деле. О, я уже знаю, к кому, наверное, первым делом пойдем, потому что желтые выглядят достаточно, ну, такие, типа мирные и какие-то средненькие. Я думаю, их будет не так уж тяжело сломать. Надо купить мне брони, вот, брони надо купить. Все, брони я купил. А, и надо также купить, что купить такое? Надо купить себе меч, надо купить себе какой-то нормальный меч, хотя бы за 32 железа пока что. И сразу куплю себе кирку, наверное, чтобы всех ломать. Все, даже за 10 золота сразу куплю. Сразу, как мажор, куплю себе самое дорогое почти. Наверное, уже пойдем, что ли, ломать их? Типа, чего нам медлить-то? Я могу прокачать генератор, короче, золото, все. О, ничего себе, ты все качаешь, красава просто. Ой, фейерверки, красавчик, молодец. У меня только брони нет вообще. А, брони нет? Брони покупай, они там по 1 рублю стоят. Вот, покупай их, а мы сейчас быстренько пойдем, короче говоря, всех брони... нагибать. Все, погнали, 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 погнали. Блоков у меня немного, у тебя не есть, надеюсь? Я их не купил, подожди. А, у тебя вообще нет, что ли? Купи пару штук, не знаю, хотя бы полстака купи. Я тут пока достроюсь с тем, что есть. Так, надо как бы нам простроиться. Короче, прямо вот так по прямой можно строиться. Давай. Так, если что, не переживай, я тебе буду говорить, если на тебя кто-то будет нападать. Если я тебе говорю, сразу вали. Пока что никто не идет, а желтый что-то, смотри, он к нам бежит. Хап, давай, скинь его быстро, скинь его. Скинь его! Быстро. А, он все, он понял то, что мы его будем скидывать, поэтому он. Они застроили обсидиан. Обсидиан нам застроили, ничего себя не жесткие. Слушай, надо, чтобы кто-то отвлекал, а кто-то бил. Ломал, точнее. Слушай, да, у меня есть алмазная кирка. Отвлекай их просто, окей? Хорошо? Окей. Справишься? Да-да-да. Давай, братан, давай. Я почти сломал обсидиан. О, сломал все, все, я сломал кроваточку. Точнее, не кроваточку, а яичко. Все, куда идешь? Уходи отсюда. Молодец, просто. Ой, еще один пацан остался, смотри. Голенький чувачок такой с короной. И он говорит: не бей меня, не бей меня. Извини, дружище, но мне надо это как бы сделать. Мы теперь захватили еще одну команду, на которой мы будем сидеть. У них, наверное, золотой. Ой, алмазный генератор работает. Он туда лез, кстати. Да ладно, сейчас давай я прям чекну. Сейчас прям. О, у них сломано, у них тут что-то простроено, сейчас чекну. А, нет, он у них сломанный. Они, наверное, хотели его починить. А где тут, кстати, алмазы спавнятся? Я вижу одного чувака в кольчужной. На груднике, но я не вижу нигде генераторов алмазов. А, наверное, на меду я говорю. Слушай, подожди, а у нас застроена кровать вообще обсидианом? Нет. Обсидианом не застроена. Блин, эти блоки, они же рушатся тупо в 2 клика. Все, я, короче, у меня достаточно количество для покупки обсидиана. Ну, в принципе, у меня тоже есть 10 штук. Если тебе не хватит, я могу тоже докинуть 1, немножко 2, своего. 3. Так, а я тогда пока что тут простроюсь кому-нибудь. 4 и 5. Все. Красавчик, красавчик. Я пока что тут на самом деле ищу генератор алмазов, но так как я его не нахожу, я нахожу только базу какую-то, которую. А, она, наверное, сломана. Если нет, то это слишком странно. Что-то слишком. А, она не сломана. Да ладно, я сломал еще одну кровать. Точнее, почему-то я постоянно говорю кровать, хотя это даже не кровать. Я сломал яйцо дракона, короче, голубых. Все, теперь, в принципе, я убил одного. И тут еще один сзади прячется. Сейчас я его тоже встречу по фастику. И тоже с ним, короче говоря, разберусь. Аккуратненько так. Ой, тихо, не надо меня трогать. Он без ничего, он мне. Если меня скинет, это будет очень фейлово. Да, че ты не бьешься? На! Сейчас застроим. Застроимся. Все, до свидания, братишка. Все, я обоих убил, короче. Голубых теперь тоже у нас нет. Сейчас самое главное. Да, зеленые и красные у нас остались как противники. Осталось только, знаешь, что сделать? Обеспечить нам кровать нужно так, чтобы вообще никак нам ее не ломали. Ну,
это надо постараться. Да, это надо постараться. У меня, кстати, почти 300к железа. Тут у них тоже, на самом деле, сломан генератор алмазов. Я не знаю, где взять эти алмазы, на самом деле. Может, мы немножко тупим? Может, они на центре где-то? А, к нам зеленый бежит, походу. Слушай, я иду помогать тебе. Я и говорю, типа, нам бежит зеленый. Я вижу зеленого. Сейчас куплю себе меч какой-то. А, мне не хватит одного золота. Быстрее, быстрее, одно золото. Золото, это... А, она золотая. Я ее прогнал. Все, я бегу. Я вижу зеленого. На самом деле, я с ним пока драться не хочу, потому что у него золотая броня, блин. Не знаю, откуда она у него есть. А, наверное, сейчас он... я куплю железную... кит какой-то. Ай, блин, он меня встретить хочет. Смотри на него. А броня у меня, в принципе, не очень. А, он бежит к нам, он за тобой, к тебе бежит. Все, я сзади уже, я сзади. Все, готово. Да, свидули, да, свидание. Ха-ха. Пока. Все, отлично. Все. Ты красава, ты как страж, знаешь, как охранник нашей базы. Точнее, нашего яйца дракона, что нам не сломали. Красавчик, просто. Но у нас еще жители охраняют, это меня тоже радует. А, ну житель тоже, да, сидит там на своем месте, как спектатор, как наблюдатель какой-то. Сейчас, короче, закину много всяких ресурсов, которые мне пока что не очень нужны. Красный остался только один, а зеленые остались оба. Нужно им сломать, короче, вот это вот самое яйцо, и будет очень круто все. Я думаю, нам стоит. Смотри, посмотри, как застроена кровать у зеленых. Это просто изи, чувак. Послушай меня. Самое главное, чтобы у тебя был хороший меч, чтобы ты их отвлекал. А я, собственно, буду. Ну окей, этого достаточно. А я буду ломать кровать. Быстрее, иди ко мне. Я уже, в принципе, на их базе почти. Я уже на их базе, братан. Просто они меня заметили. И мне срочно. Ай, меня бьют, короче, сзади. Офигеть! Офигеть, он офигел. Слушай, братан. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Что происходит? Ой, я живой. Фух, я пока живой. Окей, я бегу. Все, убили его. Найс. Просто отвлекай их. Нет, не могу, я упал. Нет, я сломал. Все, я сломал, братан. Все, он бежит к нам, чувак. А, он не к нам, наверное, бежит, он просто убегает. Ха, все, братишка, я в последнюю секунду, братан. Просто в последнюю секунду меня чуть не убили, и я успел сломать. Я сейчас бегу за голеньким чуваком. Один на их базе, кстати говоря, смотри, на их базе один голенький чувак тоже. Можешь, в принципе, его убить, пока я буду убивать этого. А, это девочка даже. Ну, сейчас мы ее убьем, сейчас мы с ней разберемся. Давай, иди сюда. Один ударчик просто. А, еще один. Давай, оба, еще. Отлично, я ее убил. А, кстати, даже не все противники, еще один красный остался. Ну ладно. Слушай, нам кроватку сломали, точнее, не кроватку, а вот эту штучку самую. Ты красный, самый последний у него. Слушай, бей его, братан, давай. Мы должны его убить, я братан. Давай, скинуть, убить. Офигеть, мы просто красавчик. Чувак, ты... Нате стейк. Мы должны это отпраздновать. Спасибо. Блин, а где этот красненький находится? Я краски, блин. А, мы его убили. Все, его же нет уже. У него же до кровати нет. Все, остался зеленый, который бомжик. Да. Все, окей. Главное нам самим не слиться. А где он, кстати, находится? А, у нас он вообще голый, чувак. У него лук есть, но у него брони нет. Ну, по крайней мере, он не надет. Я тоже уже хочу его убить, если честно. Хотя я забыл с собой приходить еды. Окей. Я уже, в принципе, на его базе. Он меня стреляет с лука, короче, прикинь. Все, я жду тебя. Ты идешь? Я тут. Все, побежали. Давай надо прям одновременно к нему. Ай, не упади, ладно? Ой, блин, я сам чуть не упал. У меня ХП тоже не бесконечное, если честно. Ты упал? Я опять не допрыгнул. Ты серьезно? Капец, получается, я теперь остался. Ой, слушай, знаешь что? Тогда я, пожалуй, пока что отбегу немножко к нам обратно на базу. Там что-нибудь, не знаю, получше как-то экипируюсь, а то он с лука, а я как-то как бомж. Я как на его месте. До этого он был бомжом, теперь я как бомж. Окей, сейчас тогда я немножко экипируюсь. Это же наша база, да, вроде? Да. Хотя, в принципе, без разницы, ладно. С тобой один зеленый сидит. Да без разницы, ты смотри, главное. А, он может быть, кстати, ему дает какую-то. Он какую-то инфу, короче, может ему давать. У них алмазница работает. Алмазница работает. Слушай, вот это. Да, вот это уровня она у них. Офигеть, значит, у него по любасу есть алмазный меч. Блин, я только что лук себе хотел купить, но стоит 8 алмазов. А, я вижу, кажется, алмазный блок, и мне кажется, что это как раз таки спавн алмазов. Я вижу, кажется, спавнер алмазов. А, капец, он спульнул, мне называется. Блин, вот это реально хреново. Стой, нормально, купи себе хотя бы кольчужный нагрудас. И надо, короче, с ним попвпшиться. Где он? А, вот он. Тихо, не стреляй меня. Ай, главное, чтобы у меня ХП. Блин, тратит мне ХП. Да, продолжает мне ХПшки тратить. Ты говори, короче, если он будет ко мне идти, ладно? Он все, он на базе. Базе. Блин, он уже на моей базе. А, у него, кстати, броня хреновая, но мне кажется, он меня убьет, потому что у него крутой меч. А, да ладно, я вообще тебя ударяю, братан. Я тебя вообще бью или нет? Ай-яй-яй-яй-яй. Прям, ой, прям жестоко, да? Прям жестоко, да? Блин, у меня ХП мало. Ой, ХП мало. Ой, ХП мало. Ёшкин кот. Ой-ой-ой. Ой, ХП мало-то. Ай, блин, он убил меня. Да ладно. ГГ, давай напишем парню ГГ, потому что он красава. То есть поначалу он, в принципе. Ой, я так медленно передвигаюсь. Поначалу, в принципе, казалось то, что они просто возьмут сейчас и умрут, потому что у них ничего особо даже застроено не было. И он просто был как бомжик. Хотя и сейчас он особо даже не одевался в броню, но у него был крутой алмазный меч, который, наверное, зарешал. Ну и в общем-то, ребята, на этом мы, пожалуй, будем с вами заканчивать. Хоть и каточка получилась прикольной и интересной. К сожалению, не получилось затащить, но это была самая первая серия по Эгварсу. В следующих сериях мы постараемся как бы тащить. Спасибо за просмотр. До новых встреч. Увидимся в новых роликах. И пока. Всем пока.